нокдаун, сокрушающий удар. Ситуация, при которой боец под воздействием удара противника, либо уклоняясь от атаки, коснулся настила ринга третьей точкой опоры. Колено, рука, спина. Так определяется это в Википедии. Бывает, что и четвертая точка присоединяется, но абсолютно точно могу сказать, что когда боец садится на пятую точку, то это тоже хороший признак того, что он попал в нокдаун. Однако признак по-настоящему хорошего бойца – это умение не просто не попадать в нокдаун, а при попадании в эту ситуацию суметь быстро выйти из нее, восстановиться и продолжить бой. И я расскажу вам, как этому можно научиться.